Друзья, для тех, кто все-таки решил научиться писать, но никак у него это не получается. Смотрите, если вы учитесь по принципу так, как устроено большинство курсов, то есть все по порядку, и получается так, что читаете книгу, к 50-й странице забыли, что было на первой, и в голове каша. Посмотрите это видео, оно есть в описании, да, это один из методов. Я рассказал на конкретных примерах двух ребят. Исправляем баг в подходе к изучению и изучаем в разы быстрее. При этом и один, и второй пишут, но могут писать лучше. В школе есть возможность spb-tut.ru сайт получить, как тут выразиться правильнее, получить индивидуальную рекомендацию. Вот здесь купить курс Django 4 я рассказал о занятиях в группе. То есть те, кто активно работает в группе, я того направляю. Самое главное, это поможет найти свой путь. Для того, чтобы понять истории других ребят, есть видео «Крутой Python». Подборка видео для прорыва в мозгах. Здесь на совершенно конкретных ребятах совершенно конкретные истории. Допустим, если вы с нуля, посмотрите эти три видео. Если есть какие-то знания, посмотрите эти два видео. Это же видео, которое я рекомендую, тоже здесь есть. То есть, заключение такое. Писать может абсолютно каждый, но не без своего участия. Если мы изучаем все подряд, но не выделяем при этом основного, то у нас создается каша. Как только мы начинаем выделять основные блоки, например, я всегда рекомендую основательно подойти к функциям. То есть в этом видео, в этих видео вы поймете, о чем я говорю. Когда мы основательно подошли к функциям так, как я рекомендую, то есть это работает на все языки программирования. В данном случае, в данном видео мы рассмотрели, что ребята упускают. Один парень при программировании использует, ему надо полная картина. Второй парень рассеивается. И одному и второму дал рекомендации. Но ведь то, что у них явно выражено, это присуще абсолютно любому новичку. Вроде пока пишем код в этом учебный код, что-то понимаем. Перейти от учебного кода к реальной разработке не получается. Показал, как это сделать, что надо сделать за шаги в этом видео. Приходите в школу, здесь можно заниматься как по видеоурокам, но плюс дополнительно, как я сказал, посмотрите, да, заниматься в группе. И все получится.